A1 Hip Hop Music Channel представляет масштабный танцевальный проект Just Dance. Смотри прямо сейчас. Бодрейшего вам времени суток! В эфире телеканала A1. Я Юкля и проект Just Dance. Все о танцевальной культуре. В начале июня мы запустили масштабный конкурс, принять участие в котором может каждый из вас. Главное, что вы любите танцевать. Выбери треки и выложи видео в группу ВКонтакте. Победитель отправится в Париж на Paris Game Week. А тех, кто не занял первое место, ждет множество других подарков. Все подробности конкурса ищи на сайте a1hiphop.ru. Сегодня мы, наконец, покажем вам некоторые из присланных работ и выберем первые три команды, которые войдут в финал. А поможет мне в этом один из членов нашего звездного жюри – Бутуз. Бибой Бутуз – один из участников легендарной команды «Predators». Его смело можно назвать одним из лучших танцоров Восточной Европы. Бутуз и его команда невероятное количество раз становились победителями многих международных чемпионатов. Для большинства брейкдансеров Бутуз является настоящим героем и кумиром. Этот человек знает о танце все. Спасибо тебе огромное, что пришел к нам в гости. Расскажи, вот сколько на данный момент уже лет ты занимаешься танцами? В этом году будет 16 лет, 3 сентября. Я запомнил дату. 16 лет. Вот скажи, а сейчас ты принимаешь участие в чемпионатах, в батлах? Естественно, здесь для меня это именно то, что меня мотивирует продолжать танцевать. Если я останавливаюсь, я чувствую какой-то, не знаю, энергетический отлив. То есть мне надо всегда участвовать, мне надо заниматься, тренироваться каждый день со своей командой. Я часто езжу по батлам и продолжаю это делать по сей день. А какой танцевальный стиль сейчас можно назвать самым актуальным? Есть такое вообще понятие какой-то моды в танце? Очень развиты всякие экспериментальные танцы, абстракт. Классика всегда остается классикой. Также продолжает расти, развиваться хип-хоп-культура. Я являюсь частью этого. Все зависит от того, что предпочтительно тебе, что желает твоя душа танцевать. Вот и все. То есть фактически создать что-то новое уже сложно сейчас, да, в этом? Действительно сложно, да. Каждый человек практически может повторить то или иное движение. И уже не удивишь просто тем, что ты крутишься там 30 оборотов без рук на голове. Сейчас именно все-таки в моду входит тот момент, что нужно красиво сочетать элементы друг с другом, делать интересные оригинальные переходы и самое главное, чтобы они были еще и сложными. Вот за этим сейчас гонится весь мир брейкинга. Ну, в принципе, и в других, наверное, стилях танцев то же самое сейчас присутствует. То есть, насколько ты креативен, оригинален и музыкален. А давай пожелаем что-нибудь зрителям, которые собираются прислать работы на наш конкурс. Ребята, просто на самом деле в первую очередь наслаждайтесь моментом. Не обязательно заморачиваться, просто танцуйте в свое удовольствие, и у вас все получится. Ну вот нам присылают люди самые разные свои работы, и далеко не все они, конечно, профессиональны. Вот, я предлагаю тебе уже, собственно, не томить зрителя, и хочу показать тебе несколько работ, из которых мы должны выбрать три, которые попадут в финал. Давай посмотрим, с удовольствием. Just Dance. Так, ну это вот Алиса Зубарева. Ну, мне кажется, вполне себе с радостью человек это делает. Явно видно, что она любит танцевать. На самом деле, да, вот эта радужность меня просто покоряет. А, это дуэт у нас? А это дуэт, да. Тут еще надо синхронно суметь это сделать. Да, 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 да. Это Андрей Егоров, автор видео. Заметно у них, конечно, подготовка есть. Немного страдает синхронность, но все-таки having fun присутствует. Работа Владислава Шаповалова. Давай, Влад, удиви нас. Да. Он подготовился. Да, слушай. Бэкграунд красивый. Да, ребята постарались. Ребята постарались, и, кстати... Прикольно выглядит. Я не пойму, это компьютер за ним повторяет или он за компьютером? Так, тут вот такой вот у нас антураж. Дмитрий Мартынов.
Видно, парень точно в Париж хочет полететь. Вообще. Но Дмитрий Мартынов, мне кажется, очень наслаждается происходящим. Да, у него минут 40, да, там записано. Но мне, честно говоря, вот нравится. Мне нравится подход этого человека. Ну, кайфует пацан. Ну, явно кайфует, да. Так, хорошо. Но выбирать все равно тебе, поэтому я никаким образом не влияю. Я запоминаю, да. Так, Кристина Ермолкина. Слушай, ну мне кажется, что девочка явно занимается танцами. Ну, по фигуре, да, можно сказать, что, в принципе, чем-то она точно занимается. Может быть, не профессионально, но... А может, просто любит ходить на вечеринки, на дискотеки. Ну, забавно выглядит. Так, ну, в общем, да, вот такая девочка. И осталось еще три работы. Руслан Скорженко или Скорженко? Мне кажется, тоже смешно очень. Я вообще-то, знаешь, очень люблю людей, которые не заморачиваются, а делают что-то с радостью. Это, кстати, сейчас движение было с хип-хопа у нас, Running Man. Отлично. New Style у нас пошел. Четко. Так, это Сергей Поздняков. Ну, этот парниша, по-моему, первый раз пробует танцевать. Ну, это здорово, на самом деле. Это восприятие внешнего мира очень открытого у людей. Это прикольно. Я на самом деле рад, что сейчас много людей танцуют и много передач, связанных с танцами. Это очень здорово. Так, и Юлия Кобзарева. Так, ну что, и вот теперь, собственно, момент истины. Давай выберем троих. Окей. Давай выберем троих. Сразу могу сказать, что последняя девушка мне очень понравилась, потому что очень открыто. Ага. Заявление прям в камеру. Здорово, мне понравилось, круто. Я думаю, это один из претендентов будет у нас. Так, потом Юлия Кобзарева. Да, мне понравилось... Пара, вот этот дуэт. Вот они, Владислав Шаповалов. Да, да, да. Прям мне показалось, что компьютер за ними здесь повторяет. Ну, замечательно, значит, Владислав Шаповалов отправляется в финал. Вот мне кажется, вот эта девочка тоже пускай проходит, потому что прикольно, камера ровно четко показывает ее, и видно, что она делает, подготовилась. У нее интересный внешний вид, очень интересный. Эти три команды уже в финале будут бороться за главный приз – поездку в Париж на Paris Game Week. Конкурс продлится до 22 июля, и в каждой из программ члены жюри будут называть имена новых финалистов, которых всего будет 12. Помимо Бутуза, выбирать лучшие работы будет рэпер СТ, певица Кристина Си и виртуозный танцор Биёк. Дерзайте, конкурс продолжается. Все подробности ищи на a1hiphop.ru. Just Dance. На самом деле желаю каждому удачи. Если можно соло-участника назвать командой, то это команда. Старайтесь, ребята, и думаю, у всех все получится. Удачи в дальнейшем. Команда в любом случае, потому что, как правило, есть оператор. Согласен. Тут, поэтому, да, команда. Серьезная работа. Поэтому удачи всем. Спасибо тебе огромное. Спасибо, мы за еще то, что встретимся. Позвали. Мы еще встретимся. Мне очень приятно. Да, я посмотрю с удовольствием еще какие-то ролики. Может, помогу выбрать победителя. Быть может, именно мой и станет победителем. Посмотрим. Да, посмотрим. С вами была Юкли, это проект Just Dance. До встречи через неделю. Спасибо. A1 Hip Hop Music Channel представляет масштабный танцевальный проект Just Dance.